При температуре свыше 25 градусов выполняется поливка, охлаждение проезжей части. Это нужно для того, чтобы не образовывалась колейность дорожного полотна. В нашем подчинении общая территория порядка 2 800 000 квадратных метров. Из них 2 200 000 квадратных метров – это проезжая часть. Для того, чтобы полить проезжую часть, на смену выходит порядка 24 единиц техники специализированной. Машины приезжают, заправляются на водонапорной станции «Веселовская» и выезжают на линию. Каждая машина может взять порядка 9-10 метров кубических воды. При скорости движения поливка охлаждения проезжей части выполняется, это 20 км в час. Каждая машина может проехать 6 км. Мы отслеживаем температуру. Как только температура превышает 25 градусов Цельсия, мы приступаем к охлаждению к поливке проезжей части. Это может быть разное количество рейсов, так, от 6 и выше.